Вечора глядачам телеканалу Z. це програма здоров'я. Програма, яка допоможе кожному зберегти бадьоре, активне, а головне здорове життя. Діагностика та лікування катаракти. Про таке сьогодні будемо спілкуватися з нашим експертом. Тож, шановні глядачі, якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, задавайте їх саме в прямому ефірі. Номери телефонів нашої студії ви періодично бачите на своїх екранах. Отже, представляю того, хто завітав сьогодні до нас студію. Це професор кафедри очних хвороб Запорізької медичної академії після дипломної освіти МОЗ України, лікар вищої категорії Центру мікрохірургії ОКА Запорізької обласної клінічної лікарні. Луценко Нина Степаньевна. Доброго вечера. Добрый вечер. Нина Степанівна, приветствую вас в нашей студии. Отже, давайте розпочнемо нашу розмову с того, что ж власне, таке катаракта. С огромным удовольствием пришла к вам в студию и хочу с удовольствием обсудить такую важную тему, как катаракта. Почему это важно? Потому что катаракта является ведущей причиной снижения зрения и слепоты у людей пожилого и старческого возраста. Катаракта — это помутнение хрусталика. Хрусталик — это составляющая глаза, основная функция которого — преломление и фокусировка света на сетчатке. И с возрастом, это естественный процесс, с возрастом в хрусталике начинает развиваться определенные процессы, которые приводят к развитию помутнений. И это помутнение называется катарактой. А какие основные симптомы этого заболевания? Поскольку при катаракте развивается помутнение и они затрудняют пропускание света внутри глаза, то основной симптом катаракты — это снижение зрения. Но снижение зрения может проявляться по-разному. В зависимости от того, какие части хрусталика занимает помутнение. Если помутнение располагается в оптическом центре, прямо в области зрачка, то у таких пациентов первая жалоба является снижение зрения и ухудшение зрения на ярком солнце в те моменты, когда идет сужение зрачка. И наоборот, при таких видах катаракта Пациенты отмечают некоторое облегчение, когда они носят затемненные очки или в сумеречное время суток вне яркого солнечного света, когда не отмечает улучшение зрения. Это из основных симптомов. Это фактически основной и главный симптом катаракты. Все остальные симптомы, которые могут добавляться, они уже связаны могут быть не столько с развитием катаракты, как с развитием дополнительных осложняющих моментов. Ну, например, при, в ряде случаев развитие помутнения в хрусталика, катаракта, сопровождается увеличением хрусталика и затруднением циркуляции внутриглазной жидкости, что может приводить к повышению давления. И тогда у таких пациентов могут появляться кратковременные болевые ощущения в половине головы, в височной половине. Или же может появляться симптомы, которые характерны для таких приступообразных повышений внутриглазного давления, как радужные круги при взгляде на источник света. Вот. Но основной симптом – это, конечно же, снижение зрения. Угу. А как же отбывается диагностика катаракты? И какое лечение Вы можете надать на базе Запорожской областной клинической лекарни? Спасибо, очень интересный вопрос. С одной стороны, диагностика катаракты не представляет особой сложности. То есть врач в поликлинике, в частной клинике и даже в оптике, где есть определенное оборудование, на основании проверки зрения и осмотра пациента обязательно в условиях расширения зрачка позволяет поставить, определить диагноз катаракты. Mm -hmm. Но установка диагноза катаракты ⁇ это только начало пути для наших пациентов, поскольку после постановки диагноза катаракты необходимо определиться и взвесить все за и против, когда оперироваться какой тип искусственного хрусталика предложить больному, есть или нет у него сопутствующие заболевания, требуют ли они предварительной коррекции. Поэтому, конечно же, после того, как пациенту поставили диагноз катаракты, он должен обратиться или как правило обращается в центр микрохирургии глаза или поликлинику запорожской областной клинической больницы, где ему проводятся все необходимые обследования, которые начинаются с измерения внутриглазного давления, осмотра, проверки зрения проводит ряд специальных измерений. Это определение преломляющей силы роговицы, определение размеров хрусталика, определение длины глаза и беседа с больным. Обязательно оцениваются сопутствующие заболевания, которые есть у пациента. И очень важным моментом является то, что Хирургию катаракты можно провести в любом возрасте. И даже в нашей практике были хирургии у пациентов столетнего возраста. Но важно провести эту хирургию в момент компенсации хронических заболеваний. Угу. То есть у пациента все его хронические заболевания должны находиться в состоянии стабилизации, компенсации. И важно просто выбрать этот момент для того, чтобы безопасно и правильно провести хирургическое лечение. И, конечно, многопрофильная больница в этом случае обладает большими преимуществами, поскольку все специалисты находятся на месте. И мы можем при необходимости привлечь для пациентов и неврологов, и кардиологов и специалистов ревматолога, поскольку мы понимаем, что у пациентов старшей возрастной группы очень часто сопутствующие недиагностированные ревматологические проблемы есть. Mm -hmm. Mm -hmm. И, к сожалению, эндокринологические проблемы очень часто встречаются у людей, поэтому здесь важно компенсировать имеющиеся эндокринологические проблемы. И, конечно, очень удобно, что все специалисты находятся в одном лечебном учреждении, и мы можем их привлечь для того, чтобы быстро, эффективно и безопасно оказать помощь нашим пациентам. То есть лечение катаракты возможно только хирургическим втручанием, так? Совершенно верно. Если говорить о излечение и улучшение зрительных функций, то это только хирургическое лечение катаракты. А как же быть в тех случаях, когда часто можно почути, что там бабуся, дедуси так, лекуются какими-то краплями? Звідки это берется? Ну, к сожалению, это, наверное, пережитки прошлого. Остались в памяти те моменты, когда не было таких современных высокосовершенных технологий. И раньше хирургия катаракты проводилась большим разрезом через разрез 10-12 мм. Mm -hmm. Соответственно, mm -hmm. данная хирургия сопровождалась очень длительным восстановительным периодом. Поскольку был большой разрез, то и послеоперационное рубцевание приводило к формированию послеоперационного астигматизма, что требовало там, дополнительной очковой коррекции. Качество зрения могло иногда страдать. Поэтому пациенты старались оттянуть момент проведения хирургического лечения. И на протяжении длительного периода времени другой альтернативы, как закапывать капли для того, чтобы затормозить развитие катаракты, не существует. Но вот последние 25 лет э, полностью поменялась технология процесса. Uh -huh. И если раньше мы проводили хирургию катаракты через разрез 12 мм, да, то сейчас мы проводим ее через, разри... через прокол, можно сказать, роговицы 2 мм. Uh -huh. Нина Степановна, у нас есть телефонный звоночек. Да. Алло, алло, доброго вечера. Ми слухаємо уважно телефонний дзвіночок. Добрий вечір. І ще раз, будь ласка, ви на зв'язку. Немає так Телефонний дзвіночок? Є? Так, 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 все, вибачаємо, зірвався на телефонний дзвіночок. Тобто, лікування катаракти це суто заміна кришталика, так? По-іншому ви сюди не підійдете. Ні, по-другому ми не зайдемо. Для того, щоб е, ну, вилічити катаракту, ми повинні ударити собственний хрусталік, при цьому ми должны сохранить хрусталікову капсульну сумку. Це дуже важливий момент. поскольку для того, чтобы после операции не было воспалительной реакции или, как раньше говорят, хрусталик не прижился, mm -hmm. то есть для того, чтобы хрусталик полностью и быстро, безболезненно протекал после операционного периода, мы должны поставить искусственный хрусталик в капсульную мешочек, капсульную сумку. Тогда искусственный хрусталик полностью ну, сохраняет естественную свою оболочку и происходит быстрое и эффективное выздоровление. А розкажіть, будь ласка, більш детальніше, як взагалі відбувається ця операція, бо насправді спочатку здається, страшнувато, воно так звучить, ніби йде заміна, наскільки вона безпечною може бути? Якщо соблюдені всі умови, то є правильно предопераційна підготовка, обследования пациента, и предоперационное обследование – очень-очень важный момент. Для этого пациент, когда обращается в клинику, ему выдают список определенных анализов и консультации смежных специалистов. И это сделано не потому, что нам так хочется, а для того, чтобы обезопасить самого пациента и обеспечить ему быстрое выздоровление. И очень частым камнем преткновения при предоперационном обследовании является непонимание пациента, зачем мы отправляем его к стоматологу, к лор-врачу. А смысл простой. Нам необходимо санаться очагов хронической инфекции. То есть mm -hmm. если у пациента есть нелеченные зубы, mm -hmm. что является, в общем-то, Проблемы в пожилом возрасте, да, то этот э, источник хронической инфекции после операции может обернуться для пациента длительным послеоперационным воспалением. Насколько все повязано? Очень, да. Поскольку на лице э, у нас очень быстро распространяется инфекция, и это очень-очень важно. И пока не вылечишь или не удалишь этот э, больной зуб, достичь выздоровления бывает практически невозможно. Mm -hmm. Поэтому лучше до операции пройти обследование, обезопасить себя и обеспечить тем самым быстрое и эффективное выздоровление. Как идет подготовка до операции? Насколько она долго тривала? Ну, на самом деле это не очень долгосрочное, то есть сдать общеклинические анализы, которые дадут нам инфо информацию о э состоянии там, есть или нет воспаления э в организме о состоянии свертывающей системы э, крови, то есть анализы сдаются за один приход в лабораторию и определенные обследования у смежных специалистов. Это электрокардиограмма, консультация там терапевта, семейного врача, чтобы скомпенсировать артериальное давление. Если у больного диабет, он должен посетить эндокринолога с тем, чтобы убедиться, что у него есть состояние компенсации. Mm -hmm. Лор, стоматолог. Это все специалисты для того, чтобы исключить очаги хронической инфекции. Угу. Флюорография, которая действительно в течение года, то есть это не обязательно перед операцией, но раз в году пациент делает флюорографию, и она, в общем-то, пригодна как подготовка для операции. На это, собственно, и вот такая вот общая часть подготовки заканчивается. А сама операция на сколько тревает? Э Здесь необходимо немножечко разделить осложненные и неосложненные случаи. Угу. В принципе, если операция сделается в неосложненном случае, то сама операция занимает фактически 5-7 минут в умелых ру угу. руках. Но на самом деле все не так просто, как говорится. Но это все техника и определенный опыт. Операция, могу точно сказать, она абсолютно безболезненна. Поскольку операция из всех неприятных моментов, которые ощущают пациенты во время операции, это яркий свет, который светит в глаз только мы оперируем под микроскопом. И, к сожалению, пока невозможно устранить этот неприятный фактор. И ощущение, что на глаз поливают охлажденным раствором. Угу. И это тоже одним из элементов лечебных, поскольку охлажденный раствор предотвращает там, расширение сосуда, предотвращает возможную кровоточивость из поверхностных сосудов, обладает слабым обезболивающим действием. Поэтому, ну, если это 5-7 минут, то, в общем-то, и не такие уже -то большие неприятные ощущения. Так, однозначно. А как будет в том случае, когда, например, катаракту диагностируют у людей более молодого века, например, 40+, что вы можете запропоновать в микро хирургии ока в таком выпадку. Основное отличие катаракты, которая проводится у пациентов более старшего возраста и молодого, это, конечно же, треб... более высокие требования молодых пациентов к функциональному результату. Mm -hmm. да? Поэтому для более молодых пациентов, помимо вот всех обычных общеклинических исследований, которые делаются, обязательно доктор при беседе с пациентом выясняет вид деятельности пациента, как часто он работает в ночное время, водит ли он автомобиль. Будет ли он автомобиль дневное ночное время? Занимается ли он какими-то физическими видами? спорта, как много он работает с компьютером, с бумагой, с мелкими деталями. То есть иногда пациенту может даже сложиться впечатление, что доктор пытается войти в какое-то личное пространство mm -hmm. и узнать очень много информации. Но на самом деле это все совершенно необходимо для того, чтобы правильно подобрать и порекомендовать пациенту искусственные хрусталики. Еще 5-7 лет назад было достаточно просто. У нас было несколько моделей монофокальных хрусталиков, которые обеспечивали нам зрение для дали, а для близи мы должны были пользоваться очками. И одна разновидность мультифокального хрусталика. То есть пациент понимал, если он молодого возраста, он ставит мультифокальный хрусталик, он должен видеть вдаль и вблизи, но с течением времени выяснилось, что мультифокальные хрусталики наряду с положительными сторонами обладают рядом, я не могу сказать отрицательных сторонами, но какими-то э, такими негативными э, наследками. Последствиями, mm -hmm. да, которые пациент должен знать, он должен быть готов к этим явлениям, это даже можно сказать. Но к таким явлениям относятся как, например, там, появление там, каких-то небольших там, ореолов, засветов в ночное время суток. Поэтому для того, чтобы выбрать и порекомендовать хрусталик, нужно как можно больше информации получить о пациенте и о виде его деятельности. А расскажите, пожалуйста, какие сейчас найпопулярнейшие кристаллы, которые мы сейчас используем и как их, власне, правильно выбирать? Вот я не могу сказать, какой самый распространенный хрусталик, поскольку это тоже ситуация, с которой мы сталкиваемся. Пациент приходит и говорит, я хочу самый лучший хрусталик. Но лучший это не всегда значит самый дорогой. Лучший это тот хрусталик, подходит, который подходит конкретно к данному пациенту. Понимаете, и у пациента, у которого есть глаукома, Совершенно нельзя порекомендовать хрусталик пациенту, который не имеет этого сопутствующего заболевания. Да? В то же время пациент, который много водит автомобиль, профессиональный водитель или там, летчик, или еще другие профессии, связанные с высокими требованиями к зрению и в дневное, и в ночное время, у них будут совершенно другие подходы и рекомендации к выбору искусственного хрусталика, да. То есть такие пациенты, может быть, не будут иметь настолько хорошего зрения, там, вблизи на 30-40 сантиметров, но они получат дополнительные бонусы в особо качественном зрении для дали и без бликов, что очень важно для их эффективной и безопасной работы. Mm -hmm. Поэтому… Если пациент не встречался со своим хирургом и не беседует с ним, то здесь могут быть всякие сюрпризы. Тобто, то есть, помимо мемориальной сферы там декольких кристалликов, так? Есть их огромное количество. Да, их требуют... очень большое количество. Uh -huh. И очень важно понимать, что пациент ожидает, после проведения хирургии для того, чтобы сделать правильный выбор. Здесь по рекомендациям существуют специальные анкеты, которые мы иногда предлагаем пациентам. Мы даже учитываем психотип человека для того, чтобы понимать, насколько он будет воспринимать тот или иной христалик. И сказать, что существует еще даже понятие такое, как нейроадаптация к хрусталику. То есть искусственные хрусталики мультифокальные, или как сейчас их еще появились новые модели с удлиненным фокусом, они в ряде случаев требуют какого-то промежутка времени для того, чтобы человек приспособился к тому новому изображению, которое будет поступать. Mm -hmm. То есть он прожил пол жизни и с одним путем формирования изображения, и постановка искусственного хрусталика меняет механизм формирования изображения, да, mm -hmm. и к этому тоже нужно приспособиться. То mm -hmm. есть меняются цветовые ощущения, меняется контрастная чувствительность. Это все требует адаптации, существует так понятие нейроадаптация. Mm -hmm. Душа, а расскажите, пожалуйста, что такое рефракционная замена кристаллека? Рефракционная замена хрусталика — это замена хрусталика у пациентов, у которых нет катаракты угу. или начальные проявления катаракты, но которые даже могут не сопровождаться э, снижением зрения для дали. Угу. То есть чаще всего рефракционная замена хрусталика обращаются пациенты возраста до. Там, 50 лет, угу. которые долго пользовались, например, очками, и у них на фоне там, ношения очков там, при дальнозоркости да, появляется необходимость в другой паре очков. Угу. Или они понимают, что они в этих очках не могут видеть одинаково хорошо на разных расстояниях. Поэтому такая вот неудовлетворенность качества зрения заставляет их обратиться к специалистам. И в настоящее время вот тот спектр хрусталиков, которые есть, плюс технология проведения хирургического лечения позволяет пациенту предложить вариант рефракционной замены хрусталика с тем, чтобы обеспечить пациенту улучшение качества его зрения, соответственно, качества его жизни. Чем подразумеваются кристаллы, которые заменят при рефракционном замене, від кристаллы, которые заменят при катаракте? Ну, по сути своей, сам хрусталик ничем не отличается. Mm -hmm. да? Отличаются подходы к выбору хрусталика. То есть если э, пациент обращается к нам, и он видел, там, пользуюсь очками, э, ну, 150% зрения, но mm -hmm. потерял только возможность зрения вблизи, то мы должны провести такую диагностику и так предложить такой подобрать хрусталик, чтобы пациент сохранил свое зрение для дали и получил дополнительные возможности. То есть получил возможность работать на компьютере, не пользуясь очками, коррекциями, работая с какими-то гаджетами, с планшетами. Или же если пациент ведет какие-то активный образ жизни, занимается определенными видами спорта. Ну, даже банальная игра в теннис, когда ему нужно очень быстро реагировать и видеть предмет на разных расстояниях. Угу, да, угу. И он в этих случаях он не может э, пользоваться очками, тем более менять очки для далее дни, для э, угу. близи другие да поэтому естественно вот такие вот высокие требования к своему зрению и вызвали появление нового направления в офтальмологии рефракционная замена хрусталика и это целое направление поскольку на рефракционную замену хрусталика обращаются пациенты более молодого возраста угу. это пациенты скажем от 35 до до 50-55 лет. И это пациенты, у которых в отличие от более старшей возрастной группы другая реакция зрачков на свет. У них исходно более широкий зрачок. Соответственно, более по-другому идет немножечко формирование различных световых ощущений. И доктор должен обязательно это учитывать. И мультифокальные хрусталики сейчас разнообразятся по величине дифракционных колец, по там, величине ступенек дифракционных. Появились хрусталики, которые комбинируются, там с, так называемые хрусталики с углубленным фокусом, которые позволяют вообще избежать потери контрастной чувствительности, которая иногда может наблюдаться у пациентов с мультифокальными хрусталиками. Поэтому mm -hmm. здесь нужно оценить функциональное состояние органа зрения у пациента в момент, когда он обращается за помощью, сопоставить с возможностями тех хрусталиков, которые мы можем предложить, Обсудить с пациентом возможные э, какие-то побочные негатив, ну, негативные такие небольшие последствия, которые могут появляться и которые, если пациент не предупрежден, то они пугают пациента. Угу. и в соответствии с этим принять решение и при обоюдном согласии э, решить проблему пациента. Иснует такая думка, что ніби катаракта должна дозреть до того, чтобы ее оперировали. Как бы вы это прокоментували? Созревание катаракты – это, заведомо, усложнение хирургии для врача и удлинение послеоперационного периода для самого пациента. Угу. Поэтому те пациенты, которые откладывают хирургию в дальний ящик, не помогают ни себе, не врачу. Mm -hmm. Тем более я всегда обычно, когда сталкиваюсь с такими случаями и общаюсь с пациентами, пытаюсь сказать, что откладывание проблемы нисколько не принесет облегчения, поскольку через 5 или 10 лет пациент моложе не станет, mm -hmm. да? у него прибавятся новые проблемы. Mm -hmm. И более того, к сожалению, статистика такова, что пациенты с катарактой, снижением зрения, они э, очень часто это приводит к падениям, к травмам. Угу, и угу. формированию переломов. Поэтому по, есть такая статистика по странам Западной Европы, Америки, что переломы шейки причи, бедра, падение, которое приводит к перелому шейки бедра, одной из таких причин является низкое зрение, связанное с катарактой. Насколько все повязано, вы сегодня так расскажете. Весь организм функционирует, если там что-то выпало, может за собой. Да, даже стоит. если вот у человека катаракта mm -hmm. развивается на одном глазу и, казалось бы, ну, на втором глазу хорошее зрение, можно не оперироваться, mm -hmm. но когда на одном глазу снижается зрение, наступает нарушение функции бинокулярности. Mm -hmm. Глаза у нас парный орган, то есть видите каждым глазом в отдельности и два изображения сливаются в одно головным мозгом. Если у нас нарушается одно изображение четкое, а второе нечетко, то нарушается бинокулярность. Mm -hmm. То есть такие пациенты, они начинают неправильно оценивать расстояние. они им могут не увидеть ступеньку или им кажется, что она далеко она оказывается близко mm -hmm. именно поэтому вот даже не не надо дожидаться слепоты но просто разное зрение на э, двух глазах может приводить вот к нарушению функции бинокулярности такие пациенты они чаще э, бьют посуду потому что им кажется что они поставили чашку тарелку на стол а они промахиваются они не могут правильно mm -hmm. оценить расстояние mm -hmm. поэтому часто они падают травмируются и что тоже в общем нарушает их Качество жизни. Давайте еще раз нагадаем, про каких небезпечных симптомах треба терминово обратиться до офтальмолога и проверить, чи не катаракта це. Ну, я бы сказала, что самым главным симптомом является снижение зрения. Угу. Поэтому, если у вас снизилось зрение, или вы замечаете, что вам стало трудно выполнять любую какую-либо домашнюю работу или работы, связанные с. Там, на приусадебном участке, на улице, вы перестали видеть, раньше видели, что происходит во дворе у соседей, а теперь вы это не замечаете, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик. Угу. Тем более, я хочу сказать, что ну, к сожалению, в офтальмологии почти все заболевания, но ну, многие из них начинаются со снижения зрения. Угу. И катаракта — это то заболевание, когда мы можем пациенту помочь и вернуть зрение достаточно быстро и эффективно. Но есть еще масса других заболеваний. Откладывание визита к офтальмологу приведет к необратимой потере зрения. Угу. Поэтому лучше при появлении первых симптомов, а я бы даже еще рекомендовала не дожидаться появления симптомов, а просто профилактически раз в году приходить к доктору офтальмологу на осмотр. І на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній ефір. Я нагадую, що ми спілкувались із професором кафедри очних хвороб Запорізької медичної академії після дипломної освіти МОЗ України, лікарем вищої категорії Центру мікрохірургії ока Запорізької обласної клінічної лікарні Луценко Ніною Степанівною про діагностику та лікування катаракти. Сподіваємось, ви почули багато корисної інформації. На цьому це все. Зберігайте спокій. До побачення.